Всем привет. Недавно тут один мне пользователь прислал вопрос, а почему вы обходите стороной Федора? Что тут и приятно все сделано, и куча всяких наворотов. Ну, я ответил ему, что люблю делать свои сборки в формате ISO и ими делиться с людьми. А Федора у меня стоит, вот она, пожалуйста. Он спрашивает, там ремикс ставил. Нет, ставил я свою, как говорится, нормальную. Сам настраивал, все делал. Поставил я Федору Цинамон. Вот такая у нее менюшка. Вот, значит, центр управления. Можно пойти посмотреть информацию о системе. Вот информация о системе. 26-я стоит. Пятый процессор у меня. Вот с такой тактовой частотой, 4 ядрышка, ну, нормальные средние руки, скажем, настольный компьютер, вот и все. Значит, хочу многим пользователям сразу посоветовать и высказать такую крамольную, значит, мысль. Не гоняйтесь вы за операционной системой. Каждый кричит о себе, что я лучше, я стабильнее. Если ваши программы, все, которыми вы пользуетесь, работают лучше всего на той или иной операционной системе или дистрибутиве, вот там вы и работаете. Если все ваши программы, значит, у вас нормально настроены, работают как часики, ничего вас не беспокоит, все это дело живенько вас шевелится, ну, и сидите вы себе на этой операционной системе. А в качестве разнообразия, пожалуйста, там берите, скачивайте, тестируйте другие операционные системы, смотрите для себя, определяйте там, что лучше, что нет. У каждого ведь свои, скажем так, критерии бывают. Вот. У меня очень важным критерием является, чтобы дистрибутив обладал возможностью создавать изообразы настроенной системы, а чтобы этими изообразами можно было поделиться с пользователями. Потому что вот ту же Федору или тот же Deepin, их сейчас придется выкладывать уже ко мне на кладовочку. Только по времени это очень много займет. Потому что изообразов не будет. А будут копии сделанной программой QT5FS-архивер. И пользователям придется там по 14, там, по 20 гигабайт качать с кладовочек, чтобы поставить себе нормальную, работающую, готовую сборку. Ну и к ним еще, скорее всего, от авторов будет, да просто обязательно, нужно будет обучающее видео, как все это дело делать. Вот. А с образами гораздо проще. Скачал образ, проверил на виртуалке. На виртуалку грузится, ну, процентов 90-95, что вы его и на флешку запишете, и с флешки он загрузится, и что с флешки вы его установите. Ну, правда, здесь вот Debian 9 подсиропил, значит, на том же Deepin, значит, его производных. Они, значит, там программа SystemBug, она создает изообраз. Он делается нормально, проверяется на виртуальной коробочке нормально, записывается на флешку нормально, флешка грузится нормально, а с флешки изобраз себя не видит. Он пишет, что не могу подключить Leaf ISO. Вот и весь сказ. И только образы, которые созданы SystemBug в своем собственном формате, их через эту флешку можно подключить и использовать. Или, находясь на флешке, использовать ее как живую рабочую систему, потому что на ней все работает. Вот только не устанавливается из-за образа. Вот что смешно. Ну ладно. Значит, самое главное, вот запомните. Значит, независимо от того, какая операционная система, какой дистрибутив, если вас устраивают все ваши программы, ну так и
и работаете вы на этой операционной системе и на этом дистрибутиве. А пробовать, пожалуйста, пробуйте, скачивайте, проверяйте, пока не найдете вот свою золотую, скажем, операционную систему, свой золотой дистрибутив и так далее. Для меня, значит, им оказался Linux Mint Cinnamon. Вот. И начиная с версии 17.1.2.3, 18.1.2.3, я практически на них ставил все программы, с которыми я люблю работать, и создавал копии систембаком, что в сотни, а может, я, кто знает во сколько раз, ну, многократно увеличивало прочность моей системы. Вот и все. И поэтому вопросы о том, что а этот стабильный, а этот нет, ты. Да ради бога, ребята, ну, смешно. Если есть программа для надежного создания копий, да, господи, и вам нравится этот дистрибутив, так и сидите на нем, как говорится, и работаете. Вот. А по поводу того, что там Manjaro лучше, нет Fedora лучше, нет Arch Linux лучше, нет Cinnamon лучше. А по мне, так вот, запомните, что со временем, там, если вы начинаете пользоваться интернетом, у вас появляется там ряд программ, которыми вы пользуетесь чаще всего. И если они у вас работают на какой-то операционной системе нормально, так дальше совершенствуйтесь в управлении, значит, и этой операционной системы, и узнавайте о ней больше, и так далее. Вот. Поэтому, значит, вот все, что относительно Fedora, значит, могу сказать, что нормальный дистрибутив, хороший рабочий стол, я Cinnamon рабочий стол вообще люблю. А вот SystemBug на нее не встал. Ой, SystemBug на нее не встал, да он и не встанет. А Simple Screen Recorder, а не встал он на нее. Вот и все, пишу программы ABS Studio. То есть, видите, всегда, значит, можно поискать и найти альтернативу, замену. Ну, не работает одна программа для записи с экрана, значит, другая должна заработать. Вот и все. Ну, ладно. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.